В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди. Да, люди. И я. Да, и ты. И твой ангел с тобой. Доброе утро, дорогие мальчики и девочки. Рада вас видеть. Мы продолжаем наше знакомство с церковно-славянской азбукой. Помните, когда мы встречались с вами в прошлый раз, то решили наше занятие начинать с молитвы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мы произносим эту молитву, прося Господа благословить наше занятие. Но прежде чем мы откроем нашу азбуку, давайте посмотрим на эту икону. Это святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки – кириллицы. Видите, святой Кирилл держит в руке свиток, на нем буквы азбуки, а святой Мефодий благословляет нас на добрые дела. В его руке Евангелие. Посмотрите, лики святых братьев окружены золотым сиянием – это нимбы. Они изображают свет благодати, которую Господь дает своим угодникам. Такой золотой венец – знак святости. На него я обращаю ваше особое внимание. Чуть позже вы поймете, почему. А сейчас давайте попросим у святых братьев помощи в учении. Святи равноапостольни Кирилле и Мефодии, молите Бога о нас. Ну вот, а теперь мы откроем нашу азбуку. Две первые буквы кириллицы нам уже знакомы – «аз» и «буки». На букву «буки» начинается самое главное слово в жизни человека, всей Земли, всей Вселенной – «Бог». Давайте посмотрим, как пишется это священное слово по-церковнославянски. Смотрите, над словом появился необычный значок – помните, я обратила ваше внимание на нимб, на иконе? Так вот, над словами, которые обозначают священные понятия, возносится особый знак, подобно нимбу. Этот знак называется титло. Само слово «титло» происходит из латинского языка и обозначает надпись. Также с титлом пишется и обращение к Богу – «Боже». «Боже, помоги мне!» – просим мы, когда нам тяжело. «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!» – так мы возносим хвалу Богу за Его милость к нам. Еще одно священное для каждого из нас слово – «Богородица». Слышите? Это слово состоит из двух частей – «Богу» – «родица». Посмотрите, корень «Бог» в этом слове тоже пишется под титлом. Запомните, друзья, на чтении титло не отражается. Слова под титлом сокращаются только на письме, а произносятся, как и все другие, полностью «Бог», «Богородица». Еще одно важное слово, которое начинается с буквы «буки» – «благо». Благо – это все хорошее, доброе, мудрое. Слова, родственные слову «благо», обычно тоже пишутся под титлом. «Благий» – значит «хороший», «добрый». «Благость» – то есть «доброта». «Благодать» – это таинственное и очень важное слово. «Благодать» – это спасительная сила Святого Духа. Именно благодатью Божией преображены лики святых, которые мы видим на иконах. Давайте, ребята, еще раз теперь вместе прочитаем слова под титлом, о которых мы сегодня говорили. Бог, Боже, Богородица,
благо, благий, благость, благодать. Вы почувствовали, когда читали эти слова, как наши ум и сердце обращаются к Богу? В следующий раз мы продолжим наше занятие, а сейчас нам пора прощаться. До свидания, дорогие мальчики и девочки. Встретимся через неделю. Храни вас Господь.